О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Активисты Общероссийского народного фронта обнаружили дефекты в домах для переселенцев Оричевского района. Сейчас на контроле у ОНФ находятся 3 дома. После проверки выяснилось, здания не соответствуют нормам СанПин и строительным нормативам. Кроме этого, в некоторых домах нарушены требования противопожарной безопасности. С виду новые здания уже начинают разрушаться. После обращения ОНФ в прокуратуру косметические дефекты подрядчик устранил. Активисты народного фронта намерены и дальше контролировать качество жилья для переселенцев. Из Кирова в Симферополь начнет летать новый авиаперевозчик. Летом в Победилово начнет работу новая федеральная авиакомпания «Пегас Флай». Рейсы будут выполняться на реактивных самолетах. Вместимость воздушного судна – 189 пассажиров. Время в пути – 3 часа. Количество рейсов на южных направлениях этим летом увеличено в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Улететь в Анапу из Кирова можно будет 3 раза в неделю, в Сочи – 2 раза в неделю, а в Симферополь – 6 раз в неделю. В Кирове на Нижней набережной вновь установят скамейки. Они появятся в том же месте, что и в позапрошлом году. Как сообщил Анатолий Курбатов, координатор движения «Красивый Киров», скамейки установят после половодья. Проект пока находится в стадии разработки, поэтому точная сумма затрат неизвестна. А вот внешний вид скамеек не изменится. Планируется, что конструкция будет съемной.